Итак, всем привет, мои дорогие, любимые, ненаглядные. У нас тут Half-Life 2, продолжение, собственно, где мы остановились в прошлый раз. Если вы не смотрели прошлые серии, рекомендую посмотреть. Яма. И обязательно поставьте лайк. Обнаружен тяжелый перелом. Я просто нагнулся. Ну, пиздец. Ладно, давай еще раз попытка. Попытка не пытка, блядь. Эти контроллеры, блин, на VR чувствительные. Давай, аккуратненько. Опа. Я не знаю. Давай даже сохранюсь. Сейчас опять, блин, как упаду, блядь, на все хп. Нормас. Нормас, пивас. А как вам понравится такое? Явно зашло. Блин, не люблю этих гадов. Еще мое оружие не очень любит тут целиться, стоя на этой балке. Вы не думаете, что это я клевой? Давай вот так тихонечко перезарядим. Вот так вот. Хорошо. Ну, вас там немало, так скажу. Да, по бочкам стрелять чуть повыгоднее получается. Так, куда тут дальше, блядь? Стрёмно. Эй-эй-эй, давай сюда. Сюда. О, попал. Эти засранцы длинноногие. Допрыгнул, что ли? Не, вроде не допрыгнул. Тем лучше, наверное, вот, может, спекали. Там еще туда сходим за боеприпасом. Оба! Запрыгнули. Ну, так лучше. Ну давай, сейвик, мы до сюда добрались. Слушай, а у меня же есть замечательная гравипушка. И куда-нибудь толпу их метнуть. А мне эта идея даже нравится.
Постой тут. Ладно. Ух ты ж. Заеби. Хоть ты загружайся. Но... Мы не эти. Не абьюзеры, да? Обратно я уже навряд ли залезу. Я, конечно, мог бы там. Блядь, надо какую-нибудь бочку подыскать. Типа такой раз. И забрался на нее. Так, там я не пропрыгаю обратно, да? Ну, ладно, короче, не пойду я туда. Я уже, скорее всего, что можно было, там уже взял. Так, там же ничего нету. Вроде ничего. Какой прыгучий. Ну-ка, иди к папе. Отстань! Отстань! Блядь, сколько вас там? Нафиг, нафиг. Все, все? Вы тут спавнитесь, что ли? Они тут спавнятся, они тут спавнятся. Надо мотать отсюда. Поскорее. Я их так, блин, не перебью. Давай, давай, сюда. Все, нафиг вас. Чё? И тебе предлагаете мне тут аккуратненько вот так вот пропрыгать, да? Боезапас неумолимо тает. Давай перезаряжусь, пока есть такая возможность. Чё там, всё заряжено? Заряжено все. Сохранить. Пофиг, новое сохранение. Бля. Давай, поплыли. Блин, я уже думал, это этот, который... цепляет, скажем так. Это стопудово он. И чё? И никак? Вроде я добрался куда хотел. Посмотрим. Или не добрался. Короче, здесь просто шахта, блядь. Я тут хожу, блядь. Ни сюда и не надо было, блядь.
Мне сейчас опять на низ влезть и куда-то хрен пойми куда плыть. Это просто секреточка была. Я давай сначала подышим. Слушай, ну ты заберись сюда. Давай, поплыли. Вот и подышать. Приехала. Что у нас тут? Ничего. Ничего полезного. А не наш ли это старый знакомый сделал? Так, типа мне эту штуку обязательно запустить надо, да? Сейчас ты назад поедешь, да? Ага. Мне тут надо успеть проскочить, скажем так. Пацаны. Блять, я застрял. Сейчас дождитесь. О! Не хотелось бы новую стрижку заиметь. Ну что, вас, бедолаг, не подстригли? Сейчас подстригут. О! Как надо. Ну все, шахт мы выбрали. Шахт мы выбрались. Я вижу белый свет в конце туннеля. Шо у меня с револьвером? Заболел. Кто? Что? Где мой глок? Мелкий ублюдок. Там секреточка, я хочу секреточку. Ой, опа! Опа! Да, теперь я с двумя оружиями хожу. Блин, а хули так до хрена на магнум? Так, ничего не знаю, я сохраняюсь, потом если что назад бегу. Брать патроны на магнум. Я понял. Тут эти ублюдки. Я тут. Ну дали, блин, пострелять. Ты где?
Да, тяжело с этого магнума целиться, я вам скажу так. Только реально, блин, как-то на упоре, блин, с него. О, починился магнум. Что это, блядь? Это снайпер там. Слышь, снайпер. А fire in the hole не хочешь? Эй, мистер снайпер. Ой, кидаю. Не, подожди. Что если я? Не, она взрываться не хочет. Уи! Вот и все. Так по бочкам не пуляй. И другу своему скажи. Ясно, тут безопасных мест нету. Фу. Блин, я застрял, нечестно. Обнаружена кровопотеря. Нечестно тут плевать. Блять, я умер из-за этого. Давай, взрывай. Молоток. Я не думаю, что разработчики Half-Life задумывали именно так. Ну ёпки, я играю в Half-Life. Не понравилось тебе, да? А хпшечку мне можно? Пешечку. Слушай, такое чувство, что этих снайперов. За гранату могу уничтожать, да? Чине. Ну типа, камон, нахрена. Вы мне их столько даете. О! Это мне нравится. Все, прошли снайперов. Я сказал, пропли. Ау, приятель. Комбайны уже посерьезнее стали. Так,
Так, я подобрал его пушку. Давайте посмотрим. И как, с ППшки надо или как? Интересно. У меня пока боезапас небольшой. Пока с этим похожу. Ну ладно. Боезапас, походу, у меня сейчас будет нормальный. Я даже открыл максимальный. Сначала с одной руки можно пострелять. Вы чё? Она такая кривоватая. Надо куда-то ниже, блин, с ней бить. Реально, блин, ниже. Ну типа давай, камон. Целюсь вот сюда, да? Ага, я понял, кажись. Пойди там, да? Кто посмел? Кто-то уничтожает кабанов без меня. Сопротивлянка. Я, кстати, по фану так использовать его. С одной руки. Уинстона подбили. Уинстон. Вон Фриман, у тебя получилось. Мы говорим, у меня получилось. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Погнали. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венса нет освобождения. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Партигонты выследили корабль, на котором отправили его и лишил дед Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты
и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Нового Проспекта. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьины или львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Да, пока тушки начинаются. Как раз вовремя. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты, и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает НЛО. Ну, добро. Одесса, как... Добро, понятно, я тебя понял. Как слышно? Давайте на этом моменте сохранимся, короче. Вот такая вот серия получилась, ребята. Лайкосите, не забываем. Подписочка обязательно. И ваши комментарии. Всем спасибо. Люблю, целую. До встречи в следующей серии.